Ребят, это игра Ghost of a Tale. Снова-таки приключенческая игра, события которой разворачиваются в параллельном мире, в котором место людей заняли животные. Главный герой игры — мышонок, попавший на заброшенный остров, где обитает армия неупокоенных крыс. Мышонку предстоит разгадать загадку острова, а также найти затерянное на нем сокровище, для чего ему предстоит читать дневники, решать загадки и сражаться с многочисленными врагами. Я уже все здесь настроил, билд у нас 1.75, как видите, и нажимаем кнопку Start New Game. Впрочем, ничего нового. В начале зеленого пламени. Сила без... Что-то там. В общем, это очень все захватывающе, интересно, а можно пропустить как-то это, нет? Скип можно, да? Вот наш просыпается мышонок. Автосейв уже сделан. Вау, смотрите, как классно. Игра очень графониста. И это на самом деле очень офигенно. Красный нос. Ой, красная роза. Так, лай-лай-лай. Очень непонятный шрифт, это очень даже зря. Новая страница добавлена в вашу книгу, как бы, грибочки. Здоровье... Если здоровье понижается... А, ваше здоровье понижается, примите что-нибудь в инвентаре. Так, инвентарь. Одежда, еда. Вот еда, можем грибочки съесть. Да, мы приняли грибочки, и нам стало намного лучше. Грибочки, это офигенно. Е-е-е, грибы! Очень, смотрите, какой милый крысенок, ну просто... И игра, смотрите, какая графонистая, нигде такой графики вы не увидите. Что такое? Пусто, пусто там внутри. Конечно, зря я поставил, конечно, такую графику, можно что-то отключить было в эффектах, смотрите-ка. Я, то есть, ничто не трогал. Motion blur можно убрать, в принципе. Потом snake mode, что-то там такое, aberration... Это глубина резкости, по-моему, это... Что такое? Не знаю, ребят, но, в принципе, так. Я думаю, так нам пойдет. Ну, на глаз, в принципе, игра стабильна. У нас есть хлебушек, кушаем. О, загадочное письмо. Найди меня, ко... Так, cover your tracks and move... unseen. Заметай свои следы, как бы, и... двигайся незамеченным. То есть сейчас будет... О! Ключ у нас от клетки. И у нас также mushrooms есть. Грибочки. Можем прыгать. Можем на правую кнопку мыши входить в режим... Вау! Можем красться на правую кнопку мыши. А бить как мы можем, я не знаю, честно, до сих пор. Нам, наверное, в руки нужно просто что-то взять. Допустим, tools, если мы возьмем. Нет, ничего нет. Миск, букс. Ладно, хорошо. Квесты. Какие у нас квесты сейчас? Завершенные нет. Активных. Flowers for Mera. 9 роз нужно собрать. Но сначала jailbreak. Jailbreak. Сбежать из тюрьмы. Отлично. Это наше основное задание. О, я кого-то слышал? Твою мать. Ваш candlestick has... Has no candle. Так, открываем дверь. Тихонечко ключом. Я не знаю, как здесь атаковать придется. Найти меню. X. Так. Сбежать из тюрьмы. А закрыть можно? Да, закрывай. Записка. Манифест. Имя. Профессия. Что-то еще. Ладно, хорошо. Имя, профессия. Просто манифест какой-то. Можно открыть? А... Можно спрятаться, а можно... Можно открыть. Две свечки. Капюшон. Отлично, может, капюшон наденем? Давайте наденем, попробуем капюшон. Заходим в инвентарь. Вот здесь... Да, у нас на голове... А, вот поставим вот этот лучше капюшон. А, все, я понял. Вау! Выглядит как ассасин. Это Assassin's Creed. Или... Маус крит. You have... А, вы привлекли внимание... Ага, привлекли внимание стражи. Быстро идите к... Ну, собственно...
сундуку, чтобы спрятаться в нем, нажимая... То есть в скрытном режиме нужно спрятаться просто тупо. Вау. Вау, смотрите, как классно. Вот, действительно. Охренеть, нихера себе. В общем, царство крыс, и мы в нем мышка. Порода классно. Самое интересное, что... Это действительно крутые разработчики. Ребят, это офигенно просто. Это же надо было так догадаться, так вот сделать такую игру. Вы можете бегать... Короче, на Shift можете бегать. Так. Тут что у нас? Какой-то песочек, что-то еще. Еще что-то какое... Ну, что-то такое. Ой, очень темно здесь. Очень темно. Плохо, это плохо. Темно, это плохо. Так, я что-то вижу. Или кого-то. Не знаю. А как там открыть? А, вот рычаг. Отлично. Тут кто-то есть. А кто это такой? Какая-то рыба, что ли? А, это лягушка. Охренеть. Лягушка, мать его, квакушка. Я какую-то хрень поймал. А лягушку тоже можно эту большую поймать? Яйца. Какие-то болс. Что ты будешь делать, маленькая мышка? В моей... Что ты вообще делаешь в моей клетке? Ты вообще знаешь, кто я такой? Потому что у меня... Потому что я не знаю. А, типа, ты не знаешь, кто я... Ты даже не знаешь, кто я такой? Я сам-то не знаю даже. Ты не знаешь своего собственного имени? Нет, подожди. Кэрольд Редвишкерс. Да, вот так. Кэрольд Редвишкерс, Лест, по крайней мере, был навигатор реки Чародейка. Реки Чародейк или река Чародейка на капитан... Под командованием капитана Отто Пудеркерга. Что-то такое. Continue. Так, ты пришел, чтобы ограбить меня? Маленький скрант. Не знаю, что такое. Футноут. Извините. Конечно, нет. Две вещи я не могу. Я не могу, типа, уяснить, что ли. Запах мыши и запах лжи. А, не. А, ну да. Что ж, я возьму... To get to stick. Пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Вот так вот, да, это... И что? А, мне тогда что? Возможно, я попытаюсь и найду ключ для ваших, ну, оков, чтобы вас освободить. Освободить? Почему... Так. Why would I want to be free? Почему я должен быть свободен? Быть свободным... это то... Блин, это очень философская мысль, я не могу ее перевести. Короче говоря, быть свободным — это то, что меня сюда заточили. Это первое место, куда сюда меня заточили. Вот. Это и означает пиратство, как бы. В общем, это очень сложно, ребят, переводить, поэтому я надеюсь, вы тут можете. Ладно, хорошо, пофиг. Мы тебе поможем. What, why? Но ты не пират, что ли? Да, я пират и горжусь этим. Но это преступление. Да, это преступление, но... Я этого... Короче, хрен знает. Тогда почему ты хочешь, чтобы я убил его? Потому что он назвал меня пиратом. Но ты же не пират. Эй, блядь. Короче... Иди нахрен, а. Я не пират. Новый квест. Новый квест. Квесты. Jailbreak. И тут скоммуниздить бутылку Ротгата из у спящего
этого стражника. Отлично, хорошо. Так, мы можем, конечно, сбежать, а можем ему помочь. Вот он, спящий стражник, получается. Ага, сник. Идем тихо. Ну нет, я понял. Но мы будем по беспалеву идти, да? Я надеюсь, моя мышка... В смысле? Ах ты, блядь! Пошел ты нахер, козю! Жаль! А, у тебя сил нет. Бежим. Тихо. Инвентарь. Он застрял? Он меня видит. Не, ребят, это провал. Или нет? А можно как-то восстановить? Да, можно, но мы умрем. В том случае мы умрем. Мы умрем. Нет, по-любому. Последнее сохранение мы сейчас загрузим. Очень красивая игра, но... Нет, ну она понятная, просто нужно знать английский нормально. Не то, что я. Так, а как у спящего этого украсть-то? А, мне нужен мастер. Я не смогу сам открыть. Тихо. Все, прошли мы мимо. Так, это можно открыть? Нет, дверь. Нельзя. Твою мать. Какая-то шмакозявка, не знаю, взял что-то. Еще что-то взял. Какую-то хрень беру, машрумы какие-то всякие. Машрум съем, этот съем. И все. Ой, куда-то я зашел. Так. А дальше как? Нет. Нужны ключи от всего. А, то есть бег тоже забирает здоровье, типа? Или это стаминка? Не очень понятно. Стамины или здоровье? Тихо. А я смогу пройти мимо него? Тихо. Мы вообще в зоне риска. О, бутылку надо украсть. Так, вы взяли useful tool. Battle. Он пустой, что ли, battle? Бутылка возле него, твою мать. Так, сейчас. А, видите, мы идем, и его растет вот эта фигня. Подозрение. Все. Бежим. И бутылку сейчас чуваку принесем. Бутылка на тебе. Так, ладно, ла-ла-лай. Бутылку на. Сори, какую ты бутылку просил? Ротгад. А это не ротгад. Это не то? Я походу, не эту бутылку украл. Ребята. Так. Тихо. Видите, его повышается вот эта вот осведомленность. Это ротгад? Да, это ротгад! Тихо. Украли и бежим. Сейчас пирату ее вернем. Блин, он у нас вообще палит хорошо. Вообще классно. Хоть я и в капюшоне и выгляжу как ассасин, но нифига это не помогает на самом деле. Блин, ну это офигенная игра, ребята. Вот какие игры должны выходить. Вот такие-то. Ротгад. Да, я об этом мечтал. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот твоя бутылка. Это последняя была. Отлично. Сейчас... Оп-оп-оп.
Каждый раз ла-ла-лай-лай-лай. Да. Ну, сейчас ты поможешь, я же тебе помог теперь. Я дал тебе слово пирата. Но я предполагаю, я могу сделать исключение. Или что-то такое, блин. Что ты хочешь? I'm looking for someone. Мэра, my wife. Моя жена. Я кого-кого ищу? Мэра, моя жена. Во, мэра, моя жена. Она мышь? Носит капюшон, да. Ха. Тогда... Кто может сказать? Не так легко сказать. Мыши. Они не глупые. Так. Так, лай-лай-лай. Так. Я выгляжу так, будто... Я могу помочь тебе сбежать из тюрьмы? Предполагаю, что нет. Ай-е-е. И я... Я бы не стал, если бы мог. Я пошел, типа, все, иди нахрен. Ни хрена, ты мне не помог, блин, задолбал. Только я из-за тебя нервы потрепал и мог вообще попасться этому охраннику. И все, было бы плохо. А получается, нам нужно идти мимо него сейчас. Так. Вот так. Будем идти? Все отлично. Клопы всякие. Все, мы откроем дверь. Блин. И что, у него ключ надо украсть, что-то получается? Так. Давайте попробуем у него ключ украсть. Ключ. Ключ, ключ, ключ. А с другой стороны нет ключа. Только один ключ был, отлично. Фух, чуть не попался. Нет, нет. Так, давай, 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 давай. Отлично, ребята, отлично, друзья. Закрываем. Будто ничего здесь не было. Так. Дальше идем. Ага. О, слушайте, это не ловушка какая-то. Выглядит. Вот тут все выглядит как ловушка. Так, чест. В чести все пусто. Ой. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ай, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Нужно спрятаться. Ай, бежим! Чест! Хайд! Все, я спрятался. Он не спалит, нет? Надеюсь, что нет. Чувак, не надо. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Фух. Офигеть, у тебя глаза такие страшные. У-у-у, ты сам страшный по себе, чувак. Ты вообще жесть. Тихо, тихо. Фух, фух. Так, давай. Побежали. Я надеюсь, я внимания не привлекал, ничего. Так. Еще чест какой-то. Пиратский какой-то. Что-то такое, блин. Найти пиратский балдрик мы нашли. Какой-то... Какую-то хрень. Ой, ой, ой. О, это опасная вещь. Нет, это не надо. Каборд. Блин, ключи нужны. Ключи от всего нужны ключи, ребята. Здесь все на ключах. Ничего интересного здесь. Так, стражник тут, да? Там ключ какой-то висит, смотрите-ка. Тихо. Так. Так, так, ключ, ключ. Ключ! Твою мать, серьезно? Мне нужно взять ключ, но я не знаю, как это сделать. А там внутри кто? Крыса какая-то. Манифест. Табуретку. Во! А, нет, меня спалят, меня спалят. Табуретку ставь. А, я могу спрятаться здесь. Вау! Это круто. Это как в стоге сена. Assassin's Creed. Сос.
Старый добрый Assassin's Creed, ребята. Ставьте лайк, если вам нравится Assassin's Creed. Да и вообще ставьте лайки. Почему бы и нет? Это ж хорошо. Ставить лайки, делать приятно людям. Все такое. Так, ну что? Скоро, не скоро? Я уже не понимаю. Так, все, вылезаем. Вылезаем. Берем. Быстрее, быстрее. Быстрее, пожалуйста, быстрее, быстрее. Вон там быстро, если что. Так, ставим сюда. Ну? Серьезно, нет? Серьезно, что ли? Немножко сюда, ладно. Все, отлично. Давай. Беги нахер отсюда. Закрой, закрой. Ху-ху-ху-ху, а он откроет, нет? Он открыл, он открыл. Че, прыгать, что ли? Пацаны. Давай, прыгай. Фу. Все. Тихо. Фуф. Фуф. Повезло. Повезло, мать его. Мне очень повезло. В принципе. Нет, действительно, мне повезло же. Или нет? Так. Он уйдет скоро отсюда, нет? Надеюсь, что да. Ладно, идем дальше. Бежим, 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 бежим. Отлично, ребята, мы почти сбежали. Ну почти. А дальше куда, я вот не знаю. Стик. Палка? У нас есть палка. Какой-то лог. А куда нам дальше? Нам нужно как-то... Получается, ее... Как нам ее выкинуть? А как кидаться палкой? А кто-нибудь меня... Да! Получилось! Охренеть, да? Вау! Капец! Офигенно, ребята, офигенно, просто мне нравится. Пиратская какая-то хрень. Find. Ой, куча всего нам нужно сделать, но я думаю, что скоро нужно будет... Ой, заканчивать. Мы сможем поверху пройти и не спалиться. Нет, интересно. Ну да, в принципе, сможем, тут все же темно. И мы красться умеем. Да вообще мы гэнгсты. Бочку, бочку на него сверху. Да, да. Так, так, так. Пуш. Херак. Все, так, прыгаем. У него можно оружие взять, нет? А где ключ взять? Подождите-ка. А вот у него ключ. А, у него оружие, к сожалению, нельзя взять, но это не важно даже. Это не важно. Так, тихо, я видел еще одного наверху. Ой-ой-ой. В смысле? Не, не надо. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Тихо. Давай, прячься. Фух, живы. Отлично. Так, бежим. Бежим, бежим, бежим. Отлично. Так, тут можно открыть? Нет, Jailmaster Key. Key. Ух ты, тут какая-то... Ага, здесь они живут. Хорошо. Я уже вижу... Я вижу свободу. Я... Ну... Частично. Jail map. О, карта есть. Карта. Карта. Карта — это офигенно. Блин. Ключ. Ключ. Вижу ключ. Прыгай. Там офигенный ключ. Сейчас заберу. Или, блин, табуретку бери. Бери табуретку и ставь сюда. Все, отлично. Просто идеально. Да не то, вот это, да-да-да. Да вообще все возьмем, если надо. Так, чувак там чё? Ага, как раз уходит. И здесь мы...
Значит, открываем вот эту дверь. И идем туда. Я не знаю, куда мы вообще идем. Но я надеюсь, я... Эй. Я ж только что тут был, подождите-ка. Что? А, в смысле? Это вот как бы сказать, это немножко не то, чего я ожидал, пожалуйста. Это вот сюда мне... А, блин, господи, я не увидел сначала эту хрень. Ну и все, друзья, я на свободе, джейлбрейк. А нас не спалят здесь? А, думаю, нет. Хорошо, мышка, доброе утро. Что-то, что я могу сделать для вас? Нет, спасибо, тогда все, пока. Иди нахрен, типа. Все, автосейв прошел, это была игра Ghost of a Tale. Надеюсь, вам понравилась история про такую мышку. Мы только сбежали, если хотите продолжение, то ставьте побольше пальцев вверх. Ёб твою мать, ёб ты. Ёб ты. Всем удачи, друзья. Пока-пока.